как не прекрасен горный цветок Эдельвейс, наш рассказ не о нем, а о комсомольской молодежной бригаде. В бригаде Эдельвейс вот уже год работают выпускники школы колхоза имени Карла Маркса Тяньшанского района. Подходит к концу расплодная кампания. У членов бригады высокие обязательства, а значит и высокие требования к своему труду. За бригадой закреплено более 1700 овец. Юным чабанам удалось получить по 125 ягнят от каждой сотни овцематок. Теперь задача – сохранить поголовье. Для этого организовано круглосуточное дежурство. Слабых ягнят кормят витаминами. Под руководством колхозных специалистов проводятся профилактические осмотры. Созывают бригаду на обед. Они говорят о себе. Мы вначале обиделись, что нас поставили поварами, что мы хуже других. Но потом, после того, как научились готовить, поняли, что вовремя и вкусно покормить бригаду – это половина успеха. Мы стараемся не отставать от других в своем деле. В свободное от работы время ребят готовят к экзаменам вуза их бывшие учителя. И пусть кто-то поступит в институт, ребята уйдут в армию, но бригада Эдельвейс не распадется. Первый секретарь Тяньшанского райкома партии товарищ Асаналиев рассказывает. В нашем районе, по примеру бригады Эдельвейс, в этом году на производстве остается около 500 выпускников. Из них создаются 14 комплексных животноводческих бригад. Это начало хорошей традиции, которую мы будем поддерживать. На слете выпускников было принято обращение к молодежи республики. После школы на производство. Сельское хозяйство автоматизируется, и наша задача широким фронтом привлечь к этому молодежь. На республиканском совещании овцеводов мэр Амкуль Акматалиева, комсорг бригады, подтвердила желание молодежи занять достойное место в сельскохозяйственном производстве. Это стремление поддерживают ветераны, добрые наставники молодой смены. Тем временем начались весенние полевые работы, и члены бригады Эдельвейс уже в поле. Бригаде отведено 60 гектаров земли под кормовые культуры. Специальные курсы механизаторов помогли овладеть техникой, и теперь члены бригады самостоятельно ведут весь цикл полевых работ.
Другие члены бригады заняты перегоном овец на высокогорные пастбища. До самой осени они проведут время на Джилё, заботясь об отаре, самой большой в районе. Весь комплекс работ в животноводстве, расплодную, лечение ягнят, стрижку, летние выпасы, заготовку кормов, механизированные работы, полив, ребята выполняют с высоким сознанием ответственности. Успех бригады Эдельвейс в сплоченности, коллективизме и взаимовыручке. Пока идет ремонт кошар. Нужно застеклить рамы, перекрыть крыши, отремонтировать кормушки, загоны, привести в порядок свое рабочее место, чтобы хорошо подготовиться к зимовке. Подспорье в работе – хорошо налаженный быт, о чем позаботилось правление колхоза. Результат годовой деятельности бригады Эдельвейс, 52 тысячи рублей чистой прибыли, говорит сам за себя. Ребята приобщаются к труду своих отцов и дедов, а это приносит пользу и им, и хозяйству. Доброго пути, Эдельвейс. Новых тебе успехов.